дней или пять, а в таверне, в прибрежной таверне, далеко в море, при портовой таверне. Вот там висят рыбацкие сети. Вот там стойка, где наливают лучший в мире кофе. А там, где-то вот за дальним столиком, сидит человек, который каждый день приходит в эту таверну, чтобы послушать певиц. О, как же он смотрит из зала на сцену, где женщина в черном тоскуя поет, и место, и взгляд его так неизменны, они постоянны, как голос ее. Глаза его темно-вишневым мерцают, руками за плечи он обнял себя, как будто боится, певица узнает, как он ее любит, совсем не любя. Несет его песня от берега, где режет волну острый луч маяка, где чайки кричат, волны птичьего горя по всем, кто знал, как тоскует и манит.